Ну, собственно, меня уже представили. Меня зовут Александрина. С легкой руки подопечных Алекс. Для близких друзей Саша. Собственно, я являюсь фитнес-коучем, персональным тренером. Веду несколько интересных фитнес-проектов. Работаю в студии, работаю персонально, выезжаю к клиентам. И основные мои клиенты — это люди с проблемами опорно-двигательного аппарата. Почему основная моя специфика — это все-таки травмы? Потому что сама в 2001 году я пережила перелом позвоночника. У меня было падение с 15 метров. Собственно говоря, вот, да, можно посмотреть конструкцию, которая находилась во мне и находится до сих пор. Множественные переломы, сотрясения, и, собственно, врачи сказали родным, что готовьте инвалидную коляску хорошую, и это все, на что ваша дочь будет способна. Через 4 года я танцевала, через 10 лет я стала тренером, и сейчас, наверное, никто не скажет о том, что когда-то я год не ходила, год лежала. Собственно, что можно сказать по травмам и по тому, что лично перенесла я и что переносят мои подопечные? Все в голове. Изначально все в голове, и не нужно ничего бояться. Если ты считаешь, что ты готов на большее и создан для большего, то какая бы вообще плачевная ситуация, страшная ситуация не была, с ней можно справиться. Безусловно, в этом должны помогать специалисты, начиная от врачей, заканчивая профессиональными тренерами. Я сразу скажу, я не реабилитолог. Я не занимаюсь восстановлением практически лежачих людей. Это не моя специфика, и думаю, что этим изначально должны заниматься специально обученные люди с медицинским образованием и понимающие намного больше. Я занимаюсь уже восстанавливающим тренингом после пассивного восстановления, который состоит, собственно, из двух частей. Первая часть – это приведение человека к некому состоянию нулевого здоровья, то есть нормального состояния неподготовленного человека. И уже вторая часть – это восстановление тех спортивных результатов, тех результатов, которых достигал когда-то человек. Мы сейчас в целом, в принципе, обсудим все травмы, которые есть, с которыми приходят мои подопечные, и уже из этого сложим некое видение, как же тренироваться, как же восстанавливаться и что вообще делать, когда вот произошла такая ситуация. Ну, я думаю, что у бегунов на самом деле самые серьезные проблемы – это колени, самые распространенные, и многие после этого прекращают вообще, прекращают тренироваться. Я познакомилась с самой школой бега. Кстати, я вот на самом деле… Это очень важная информация, раз я в школе правильного бега. Я научилась бегать всего 5 лет назад. То есть со времени моей травмы прошло больше 10. И все это время я боялась какого-то движения, боялась какой-то динамики. Пока однажды не сказала себе, ну хватит, хорош, ты же можешь. И действительно, бегать здорово. Я надеюсь, что я присоединюсь к вам на каком-нибудь марафоне. Обязательно возьмете. Вот. Поэтому, собственно, когда ко мне приходит клиент и говорит, я что-то не могу, я с ним соглашаюсь. И через какое-то время он удивленно обнаруживает, что он это может, и может даже больше, чем мы вместе могли предполагать. Из чего же вообще состоит восстановление? На что нужно обратить внимание? Ну, в первую очередь, нужно обратить внимание на восстановление вообще двигательной привычки и подумать, вообще правильно ли вы двигаетесь, правильно ли вы выполняли какое-либо упражнение или совершали какое-либо действие, потому что толпами приходят люди, которые давно тренируются, но их двигательные привычки, они
совершенно неправильно, и приходится изначально говорить человеку: так, стоп, давай, ты там забросишь свои штанги, забросишь свои гири, там, кроссфит, все что угодно. И мы с тобой просто начнем заниматься правильно, там, работать ногами, руками. Человек говорит: зачем я буду выгибать 10 раз спину туда-сюда? Зачем я буду там катать мячик стопой? А когда видит, как меняется вообще траектория упражнения, до него наконец доходит, для чего это нужно. И слава богу, что сейчас вообще тренера стали обращать на эти нюансы внимание, потому что раньше, еще когда я начинала, важно было взять вес какой-то, важно было достичь каких-то результатов, важно было красивое тело. Я занялась изначально, кстати, спортом. Начинала я вообще с Марка Аврелия, это железки, это такой серьезный бодибилдинг. И хотела выступать, я начала именно из-за тела, потому что нога была атрофирована, у меня была такая тяжелый такой низ и, собственно, абсолютно непотребный вид. Ну, функциональности я не говорю. Мне хотелось, как всем девочкам, красивые ягодицы, спортивное тело. И я там, значит, фигачила. У меня был замечательный тренер, который постоянно сдерживал мои порывы. Сейчас с приходом, с модой на функциональный тренинг, с модой на различного вида спорт, да, такой как бег, плавание, люди стали больше обращать внимание на технику. Но, тем не менее, работая в студии, практически ежедневно я сталкиваюсь с какой-то неосведомленностью. Соответственно, после того, как человека переобучаешь новым движением, объясняешь, для чего это нужно, показываешь минимальные упражнения, возникает следующий вопрос. Люди не занимаются своим позвоночником вообще. Ну, то есть сидячая работа, там, не знаю, вождение машины. Вообще Москва, она расхолаживает. И люди очень мало ходят, очень мало двигаются, берегут себя. В итоге их спины просто не готовы к элементарным нагрузкам. И второй этап, которым я занимаюсь, которым я сама занимала в свое время, это укрепление именно мышц, держащих позвоночник. Методик много. И недавно побывала на семинаре по восстановлению позвоночника через движение поясницы, через движение замечательной Елены Волковой. Всем, у кого какие-то боли, там, проблемы с суставами, пилатес, замечательно, очень рекомендую обратить внимание вообще на нее и на ее методику, потому что, безусловно, это новый пилатес на территории России. Она привозит техники из Штатов, и там есть осознание того, почему ты это делаешь и зачем. Так вот, мне методика восстановления Елены максимально близка. Ты должен чувствовать свое тело, ты должен понимать, как это работает, ты должен осознавать, что твой организм — это целостная некая структура. И если у тебя что-то не работает, ты все равно должен работать в совокупе, тогда какая-то отстающая часть подтянется. И, конечно же, нужно смотреть на остов, на ось, это спина и таз, да, потому что если у нас болят колени, если у нас болят какие-то суставы, нужно обратить внимание, а что у нас вообще происходит с позвоночником, потому что следствием или причиной, точнее, может быть именно нездоровый позвоночник. Каким образом на этапе укрепления глубоких, как называют модное сейчас слово, глубоких мышц спины использую я использую вес собственного тела, упражнения с весом собственного тела, да, я использую петли TRX, я использую резиновые петли. И вообще всем своим подопечным я рекомендую иметь какой-то минимальный набор оборудования, который позволяет заниматься всегда и везде. Я вот знаю, некоторые много очень путешествуют. Я просто видела знакомые лица. И вот правда, девчонки очень часто куда-то ездят, постоянно там какая-то динамика, движение.
У меня таких подопечных очень много, и последнее время в их сумке, помимо там вещей, да, необходимых, еще всегда лежит, например, резиновая петля для армрестлинга, просто чтобы поддерживать какое-то общее состояние. И, на мой взгляд, это правильно. Заниматься всегда и везде, хотя бы по чуть-чуть, это абсолютно верно. Кстати, на первом этапе я не уточнила, какие же методики используются мной или какими, куда я отправляю своих подопечных. Как правило, это стретчинг, пилатес, соматические какие-то упражнения и малоамплитудные упражнения просто на определение вообще возможностей организма. Ну и, собственно, после того, как мы произвели переобучение организма, после того, как мы укрепили мышцы спины, улучшили амплитуду движения суставов, мы возвращаемся и нарабатываем те навыки, которые были утеряны. Как правило, удивительный, кстати, факт, как правило, люди травмированные получают, достигают намного больших результатов, нежели люди здоровые. Ну, не знаю, может быть, это в силу того, что других вариантов нет, а может быть, в силу того, что просто человек относится уже, когда что-то ломается, да, он уже как петух, пока жареный не клюнет, ну, как бы ничего не делает. Относится более внимательно к своему телу и, как следствие, получает лучшие результаты. Лучшее тело, более здоровый организм, меньше болей. И это очень радует. Что касается конкретно меня, то я на протяжении 10 лет ходила как русалочка, как по ножам. Стабильно раз в месяц, с понедельника я не могла ходить. И это было на протяжении, наверное, ну, многих лет, пока я не стала заниматься регулярно, ежедневно и всем подряд. Начиная, я говорила, с железок, затем ушла в инновационный фитнес, после воркаут увлеклась турниками, затем ушла в студию ЕМС, сочетающую в себе направление функционального тренинга. Долго присматривалась, привыкала к йоге, к пилатесу и понимаю, что нахожу потребность в этих методиках тоже. Один из секретов, наверное, того, как нужно восстанавливаться, это нужно пробовать новые методики. Нужно давать организму пробовать что-то другое. И за счет новых техник возвращаться к тому, что когда-то приносило дискомфорт какой-то. Да? Например, человек, который там не может бегать, у меня есть такой замечательный подопечный, ему 50 лет, Тим, он в свое время очень сильно повредил колено, и он боится бегать. Он не может уже. В голове просто сидит вот это вот, что я не могу. Мы с ним начали заниматься 3 месяца назад. И сейчас, то есть человек не бегал вообще. Сейчас Тим бегает по студии, выполняя упражнения, нет отдыха на протяжении 40 минут, я его гоняю и думаю, что в скором времени он летом, там, наверное, все-таки вернется к своим пробежкам, и это будет очень значимо для меня и для него. Все, что я вам сейчас рассказываю, это, конечно, немножко так скомканно. Я оставлю еще такие моменты на конец лекции. Есть 2 момента, которых я упустила. И мне бы хотелось, чтобы как-то взаимодействовать с вами, может быть, познакомиться, вообще пообщаться, потому что наверняка здесь есть люди, которые, скорее всего, которые относятся к спорту, которые относятся к реабилитологии и перенесли какую-то травму и имеют понимание, да, это не какие-то посторонние люди. Что я забыла? Что я не рассказала? Такие все, а что она забыла, вообще о чем она? Как объединить врача, например, у меня колено тоже нет, ну там оно все разбито. И вот как, с кем, кому мне идти с моим снимком МРТ, и где здесь этот тренер, который, тренер скажет, да, давай бегай, вот как ваш Тим по залу.
А врач, ну, как бы я должна была лежать на операционном столе, но просто напугалась. И после этого я тоже не ходила уже, ну, колено вообще не работало. Простите, как вас зовут? Люда. Люда, очень приятно. Люда. Да, и поэтому вот у меня такой вопрос. Как соединить вот врача и тренера? Смотрите, на самом деле вы очень мудрая, и я прям вот спасибо вам большое, что вы делаете снимок и действительно понимаете, что у вас происходит с организмом, потому что большинство это реально очень важный момент. Большинство так, болит там, перевязал, не знаю, помазал, ну как бы терпимо. Немножко отвлекусь и вернусь к вашему вопросу. Я просто недавно была у человека, у которого болезнь Бехтерева. Кто знает, что такое болезнь Бехтерева? Это сращение суставов. То есть меня встретил 40-летний мужчина красивый, да, который практически не двигается. У него уже не двигается шея, не двигается позвоночник, да, собственно, весь таз. Чем это чревато? Чревато тем, что в итоге перейдет все на ребра, и он может задохнуться. Когда я задала ему вопрос, а что вы делаете для реабилитации, как давно вы вообще занимаетесь реабилитацией, потому что не он меня вызвал, его врач, мануальщик, позвонил мне из другой страны, попросил с ним поработать. Он мне говорит, да ничего не делал, кололся я обезболивающий каждый день и все. Ну, как бы болит, колю. А я говорю, а вас не смущает то, что у вас шея не работает? Ну, он говорит, ну, как бы, ну, не работает, да, ну, а что мне делать? Я же не знаю, к кому мне идти, кто мне поможет. Вы сделали снимок, врач вам говорит, нельзя. Найдите около тематического тренера. Не идите сразу к функциональщику, не идите в обычный зал. Идите в пилатес-студию, в студию соматическую, например. Да? Опять же, есть замечательные студии, замечательные тренера, которые занимаются функциональным тренингом, именно восстанавливающим. Как правило, это сарафанное радио, действительно. Вот в Москве это так, но я не знаю, я не видела ни одного, наверное, за последнее время ни одной рекламы студии какой-то или какого-то фитнес-зала, где есть написано прям тренер, занимающийся людьми с проблемами, там, да, с травмами какими-то, заболеваниями. Но пилатес, например, студия, для вас идеальный вариант для начала. И поверьте, эта вся тусовка, на самом деле, она очень тесная. Так или иначе, вас передадут из рук в руки какому-то грамотному специалисту, если вы хотите достигать еще каких-то целей. Сейчас куча информации с хэштегами там, в Инстаграме, в Фейсбуке. И, в принципе, если, опять же, подписаться, там, прочитать каких-то значимых, таких достаточно известных людей, там, тех же самых кураторов школ каких-нибудь, да, обязательно среди них найдутся люди, которые этим занимаются. Опять же, то, что касается травм. Если вы готовы бегать, значит, подводите свое окружение, там, вы пришли в пилатес-студию, подводите свое окружение к тому, что вы хотите в дальнейшем бегать. Потому что если вы скажете, ой, мне врач запретил, ну, как бы мало какой тренер скажет, ну, давай, может быть, мы попробуем, нет. Он скажет, ну, запретил, и все, давай другое развивать. А вы должны сами к этому стремиться. Это вот во мне сидит, знаете, из-за того, что я, наверное, лежала долго, и потом эти костыли, и потом эти лежащие состояния периодически. Это я своих клиентов пинаю. А давай попробуем это, давай попробуем это. Я не могу, я не буду. Нет, давай сделаем. Ох, нифига, я это сделала. У меня клиенты смеются, они говорят, мы скоро к тебе будем заходить вот так на пальчиках одной руки и также уходить по потолку. Реально они прогрессируют, и это здорово. При том, что у всех есть травмы. Но вернемся к тому, о чем я говорила. Два момента, о которых я забыла упомянуть. Так никто мне не скажет. Ладно. Сама вопрос задала, сама отвечу. Первое – это характер травмы. Почему человек получил травму? Была ли это какая-то случайная история, либо просто незнание? Ну, знаете, есть такие в зале торопыги, которые начинают тренироваться, и пофигу вообще на технику, пофигу на какие-то накопительные эффекты, да, то есть он там фигачит по 7 дней, там у него 2-3 раза тренировка в зале, тренировка в спортшколе, там по бегу, у него забег, еще ему нужно бицепсы, трицепсы, все замечательно.
В итоге человек выдыхается, у него есть такое понятие накопительной травмы, да, и когда ты говоришь, опять же, останавливаешь, тормозишь человека, говоришь, давай мы сейчас вернемся вот к исходам, к истокам, понимаешь, что нужно копаться не в том, что он делает, а вообще в его голове, и разбираться, почему он так торопится нагнать вот эти вот, чем, что за стереотип у него в голове. Это, кстати, очень серьезная тоже проблема для тренеров лично, потому что мы в инстаграмах, ну, не знаю, там, в инстаграме, да, все же есть в инстаграме, мы видим, какие все спортивные, красивые, позитивные, как они там занимаются, значит, и никто не показывает, ну, мало кто показывает, если красиво затейпировал себя, да, то обязательно там снимет, но никто на самом деле не показывает, что там нога просто не двигается, человек там переставляет ногу каким-то образом, доползает до кухни, варит себе кофе, да, и там думает, блин, ну как же я теперь там буду что-то делать. Покололся, значит, попил там, сходил даже, может, позанимался правильно на восстановительный, и снова давай фигачить красивые позитивные фотки. Вот этот период, пока он реабилитировался, он не выкладывает. Он там пропадает просто из виду и как бы не рассказывает, что происходит. И в этот момент... Если ваш друг случайно там куда-то пропал, сдайте, он, скорее всего, занимается со мной. Мы снова переучим, восстанавливаем и приводим его к тому, что он наделает много радостных фотографий. Вторая история – это, конечно, тестирование. Невозможно браться за человека без тестирования, без понимания того, что с ним происходит. Я не буду вас грузить тестами классическими, которые проводит любой тренер, которого обучают этому, да, я могу сказать, на что обращаю внимание, конкретно работая со своими подопечными, на что обращаю внимание, когда работаю сама со своим телом. В первую очередь, это осанка, потому что если у человека есть нарушение осанки, будьте уверены, у него будут травмы, это вот как пить дать. Второе – это, собственно, положение стоп. Я уже отвлеклась совсем от слайдов. Положение стоп рук во время выполнения упражнения. Если человек, занимаясь, подгибает пальцы, куда-то уводит стопу, скорее всего, у него будут травмы голеностопа, скорее всего, будут проблемы с коленями, скорее всего, будут даже проблемы с тазобедренным суставом. И, скорее всего, они даже есть. А если это тазобедренный сустав, как следствие, позвоночник. Ну и, собственно, основное, отдельная история, потому что амплитуда движений – это вообще отдельная история, с которой мы работаем достаточно долго с клиентами, по несколько месяцев, да, потому что человек может брать жим 100 килограмм, пробегать, не знаю, там, сколько считается круто пробежать? Сколько? Марафон 42. Вот, замечательно, да, марафон 42, собственно, пробегает, а при этом у него ноги, ну, то есть есть определенное правило углов, да, у него ноги в этой амплитуде просто не работают. Ну, то есть они не функционируют, и он с этим живет. И у него все равно, так или иначе, в дальнейшем будет травма. Он об этом не задумывается, ему никто об этом не говорит. А когда уже, собственно, конечный результат, ну, возвращаемся и объясняем, почему это произошло. Потому что ты не обращал внимания просто тупо на свои суставы. Самая распространенная тема, которая касается суставов, это я попринимаю там глюкозамин, да, там, и все у меня будет хорошо. Ребят, не будет хорошо, потому что... суставы укрепляются не лекарствами, суставы укрепляются правильным подходом к тренировкам, правильным подходом к движению, хорошим качественным питанием, нормальным сном, нормальным ритмом жизни. Если вы принимаете глюкозамин, да, там, и при этом вообще ненормально питаетесь, плохо спите и перегружаете, фигачите в зале по 7 дней в неделю, по 6 дней в неделю, один день в субботу выделяете на тусовки с друзьями, поверьте, ваши суставы не спасет ничего. Пролистаешь дальше? Да. Ну, собственно, какие основные травмы есть
я сталкиваюсь. И есть вообще, наверное, проблемой, бичом для любого адекватного тренера. Потому что, когда я знакомлюсь с клиентом, с подопечным, первое, что я задаю, это первый вопрос, который я задаю, это что, какие травмы, какие хронические заболевания, что болит, где болит, почему болит, а не того, каких результатов вы хотите достичь. Когда я с вами буду знакомиться, если мы с вами когда-нибудь будем с кем-то работать, меня в самую последнюю очередь будет волновать, каких результатов вы хотите достичь. Меня будет волновать, что происходит на данный момент с вашим организмом. Чем я могу помочь от вот этой начальной точки, в которой состоит ваш организм. И только после того, как мы разберем по полочкам то, что сейчас с вами происходит, мы сможем рассматривать вариант того, к чему мы должны стремиться, да, в конечном результате. Травмы колена, травмы плеча, травмы шейного отдела. Я, наверное, не буду все это размусоливать. Я просто скажу, что есть определенные техники, которые позволяют предотвратить травму, либо замедлить или снизить усугубление, да, ситуации. Если касается вот коленей, то самое, на мой взгляд, важная тема, касающаяся именно коленей, это большое количество информации, которая распространяется в интернете. О постановке ног широко, узко, о постановке колена, да, там колено должно быть на середине стопы, там еще что-то. На мой взгляд, вообще, и я думаю, что многие тренера, там, реабилитологи именно, да, в это уходящие, они согласятся, что нужно ориентироваться при выполнении упражнений, что колено должно быть ориентировано по внешней стороне стопы. Именно так мы сможем понимать, что происходит с нашими ногами и каким-то образом обезопасить вообще коленный сустав. Если мы не можем, это вот касающееся вашей травмы, если мы не можем приседать или бегать, пока не можем. Нет, я сейчас уже могу. Это здорово. Я вам завидую. Да, я думаю, что вы очень адекватно изначально подходите к своей травме. Я думаю, что далеко вы можете зайти только с точки зрения увеличения марафона. Марафоны же разные, да, бывают? Вот. Собственно, все. До больничной койки, я думаю, не доведет. Естественно, нужно делать снимки. Естественно, теперь это как бы ваша пожизненная карма, да. Но в этом нет ничего страшного абсолютно. Это нормально. Вообще... Кто делал в последний год МРТ позвоночника и вообще проверял суставы? Так, 4, 5. 5, 5 человек. Так, вижу. Это я в хорошей жизни. Вот я вас уверяю, что... Я, кстати, тоже, если вы заметили, не подняла руку. Надо бы, надо бы. Я всем своим подопечным, я более того, у меня вот есть девушка, которая меня занимается, она в курсе, что я людей не подпускаю к тренировкам, не допускаю, пока они не сделают снимок МРТ. Если я вижу какие-то на первой тренировке изменения вообще, ну, в организме, это нормально знать, что происходит с вашим опорно-двигательным аппаратом. Это нормально знать, что происходит с вашими суставами. Вы уделяете внимание питанию, вы уделяете внимание, там, не знаю, каким-то дополнительным методикам восстановления, да? Но вы не уделяете внимание самому важному. Вы не уделяете внимание тому, что происходит внутри вас. Если вы будете следить за своим позвоночником, за своими суставами, поверьте, вам ни ударно-волновая терапия не понадобится, никакой ни кинезиотейпинг, ни обезболивающий, не знаю, там, даже компрессионка на самом деле, ну, как бы это неплохо, но здоровые люди компрессионкой особо не пользуются. Ну, вот на моем опыте. Здоровыми людьми я обзываю тех, кто получил какую-то травму и очень грамотно относится к своему организму. Поэтому... Будет здорово, если кому-то после нашего общения придет мысль вообще в голову проверить свой организм. Да, это дорого. Но если вы посчитаете, сколько стоит
затем работы на реабилитацию, вы поймете, что вы очень сильно выигрываете в деньгах. Правда, потому что восстановление колоссальных денег стоит. Одни методики, там, не знаю, дополнительные снимки, лекарства. Мы просто просчитывали с моей подопечной предотвратить, вот на тот момент до повышения евро, когда мы считали, это было в два раза дешевле. Сейчас, наверное, дороже. Да? То есть девочка, которая ко мне пришла, которая ко мне обратилась, она ходила с палочкой. Мы с ней сейчас работаем 10-й месяц. Ну, собственно, если вы обратите внимание, что-то здесь как плохо видно, но, да нет, видно, да. Если вы обратите внимание, то, собственно, можно увидеть грыжу, да, и вообще, кстати, грыжи, там, распространенные проблемы, это L5, L4 позвонки, это вот прям даже L3, да, это вечные проблемы какие-то с дисками. Собственно, девочка обратилась ко мне с грыжей. И можно на снимке посмотреть, но вот я не вижу, очень засвечено. Ну, не суть. Да, вот там можно увидеть. 9 месяцев занятий. Она мне позвонила вечером и говорит: слушай, я, говорит, еще маме не звонила, короче, я только что от врача. В общем, я не знаю, как, говорит, но у меня усохла грыжа. Ну, чтобы вы понимали, грыжа не усыхает. То есть она либо имеет положительную динамику, да, либо отрицательную. Либо она растет, либо она просто, ну, консервируется и все, и больше никуда не двигается. И мы такие: чудо, чудо случилось. Я пообщалась с ее врачом, и никакого чуда. Оказывается, действительно, с грыжами можно работать. То есть я работала, потому что у меня есть определенные знания и какая-то интуитивная история. Потому что, опять же, напомню, я не реабилитолог. Я всего лишь тренер, который занимается в том числе и восстановлением, помимо решения там определенных задач, да, похудения, наращивания мышечной массы. За 9 месяцев мы смогли сделать то, что не удавалось сделать ей за 2 года работы с другими там, врачами, тренерами, не знаю. Безусловно, я не могу сказать, что это я сделала. Нет, это сделала она. Она это сделала сменой полностью образа жизни. Больше дня девочка дома не сидит. Она постоянно в движении. Она работает всегда таким образом, что если даже тяжело, я буду ходить, но при этом не достигая пика боли, да, то есть она предотвращает этот момент. Мы 3 раза занимаемся с ней в неделю, я приезжаю к ней в офис, она каждое утро занимается самостоятельно по расписанной мной программе, она делает массаж, то есть у нее комплексный подход. Вы можете увидеть, что произошло, грыжи просто нет. И если вдруг когда-нибудь у вас будет какая-то травма или есть какая-то травма, с которой вы живете, не нужно бояться работать с ней. Нужно просто относиться к своему организму внимательнее. Просто люди, которые работают со мной в паре, я им объясняю, он мне говорит: мне больно, вот как Ксения, да? Она говорит: мне больно, я не могу делать. Я говорю: хорошо, давай мы сейчас с тобой сделаем это упражнение, но в меньшей амплитуде. Просто попробуем. Ты можешь мне сделать 1 или 2 раза, достаточно. И человек в итоге пробует, и через какой-то период времени мы приходим к тому, что она выполняет уже там работу на 30-40 повторений, вообще не задумываясь, в абсолютно нормальной амплитуде. Просто проверьте, придите домой и попробуйте поподнимать ноги на 4 счета. И как себя ведет ваша поясница, и что она вообще, что с ней происходит. Мало кто это реально может сделать, потому что, ну, без каких-то дискомфортных ощущений. Потому что не обращают внимания, что творится с ними. Больно? Я не буду это делать. Нужно балансировать. Нужно не доходить вот пика боли,
но заходить в некую, как сейчас опять же говорят, в некую, заходить за зону, да, привычного комфорта. Вот. Это то, что касается, наверное, грыж, протрузий. То есть если вам поставили диагноз или вашим близким о том, что у вас грыжа, не надо этого бояться. С этим совершенно можно легко жить. И более того, сейчас вообще есть мысль о том, что грыжа — это надуманная медиками история, как бы, ну, то есть нормальное положение вообще позвоночника с возрастом, со временем. Я не совсем с этим согласна, но тем не менее это не значит, что нужно себя вообще в чем-то ограничивать. Как обычно, если грыжа протрузии, бегать нельзя, прыгать нельзя, можно. Просто нужно все это делать постепенно. Нельзя... Я, кстати, вот знакомилась, я читала просто книгу, которую ты мне подарила, и мне очень понравилась, опять же, мысль о том, что нужно сначала от малого к большему. Эта схема работает и при травмах в том числе. То, что касается шеи, тоже хотела обратить внимание, потому что у нас у всех есть проблемы, мы постоянно смотрим в мобильные, и так называемые вытянутые шеи — это вообще бич, наверное, нашего времени, да, помимо недвигающегося позвоночника. Есть момент, фактор, о котором я мало говорила, но тоже хочу сакцентировать внимание. Вы должны обращать внимание на свой организм не только во время тренировок. Вы должны обращать внимание на то, как он себя ведет в повседневной жизни. Перекрещенные ноги, опущенная голова в телефон. Это все формирует некую привычку. Неправильную привычку, которая в дальнейшем может сказаться на технике выполнения упражнения и, как следствие, на дальнейшем состоянии вашего организма и возможных травмах. Это не значит, что нельзя сидеть там, перекрестив ногу, да, а это значит, что нужно просто обращать внимание. Ага, я там постоянно перекрещиваю ноги. Почему? Почему мне комфортно именно вот так сидеть, да? Почему я постоянно заваливаюсь на правую сторону? Почему вот я с вами вот так общаюсь, если кто-то обратил внимание? Все элементарно. У меня в спине вот этот аппарат, вот эти пластины, одна из них сломана. И она находится очень близко к спинномозговому каналу, и мой мозг как бы он посылает сигналы, что ты оберегай, не двигай вот эту зону. Поэтому я постоянно правой как-то вот выхожу, да, а левую берегу. Обращайте внимание на то, как вы ведете себя в обычной жизни. Вот. Это тоже поможет вам как-то скорректировать свое восстановление. Обращайте внимание на то, как вы двигаетесь, как все работает. И то, что касается дополнительных, наверное, каких-то методик. А, я не сказала про шею, еще важный момент. Собственно, если у вас опущена шея, да, вы вот постоянно чувствуете какой-то холм, горм тут затекает, еще что-то. Есть очень хорошая и легкая методика, которую вы можете использовать дома, в офисе, в туалете у друзей, там 5 минут потратить, если в гостях. Становитесь к стене, опускайте плечи, всегда опускайте плечи. Обращайте на это внимание, это тоже очень важный момент, потому что вот таких людей их очень много. И когда ты говоришь, встань, пожалуйста, ровно, человек встает, но как бы это неправильное положение, да, и это уже проблемы, это уже дисбаланс. Поработайте на выдвижении и вправлении, собственно, головы. У кого болит шея? Отлично. Точнее, нет, это плохо, конечно. Это плохо, но... Это хорошо, что вы это замечаете. Странно это не заметить. А? Странно это не заметить, действительно. Слушай, на самом деле я тебе могу сказать, что вот у людей годами болит шея, они считают, что это нормально. Они там раз в 3 года сходят к мануальщику, он их там поставит на место. Ну, хорошо, все нормально, поехали. И снова через 3 года, о, что-то затекает. Становитесь к стене, опускаете подбородок, втягиваете. Выдвигаете, втягиваете. У вас ровная шея.
Вот такую методику можно использовать, например, в зале же многие занимаются, наверное, да? Когда мы делаем там те же самые приседания со штангой, с бодибаром, ну, неважно, да, у нас страдает, естественно, седьмой шейный позвонок, потому что все идет через шею, да, там мы на верхние пучки трапециевидные положили штангу, шею, естественно, выставили, подбородок подняли, да, и напряжение есть. Так вот, когда вы занимаетесь в зале, это касается именно тренировок в зале, не поленитесь, подойдите к стене. Почему говорю про стену? Потому что изначально очень сложно, даже тренеру сложно выставить правильно шею. Подходите, опускаете подбородок, вот именно с этой амплитуды, и втягиваете. Все. Еще раз вытянули, втянули. И вот в таком положении, с такой шеей, приседаете, берете там штангу, да, кладете или там, ну, не кладете, это у нас в студии нет стойки, а у вас-то, конечно, есть стойка, подходите к стойке, снимаете и работаете. Я вас уверяю, что если вы будете месяц делать подобные упражнения, нет-нет-нет, спина должна быть прямой. Мы с вами еще там пересеклись, я до сих пор не знаю, как вас зовут. Александр, практически тезка. Вы правильно на самом деле попробовали, да, поработать с подбородком. Единственное, обращайте внимание на позвоночник. Он должен быть, ну, то есть спина должна быть прямой, плечи расправлены. Через месяц вы обратите внимание, что у вас просто перестала болеть шея. Казалось бы, элементарное упражнение. У меня люди, когда приходят, я им даю вот эти микроскопические упражнения. Они там привыкли, что их гоняют тренера, да, и у меня второе, у меня прозвище, да, то есть там второе мое имя — это изверг. И у меня клиенты там говорят: я никогда не буду у тебя материться больше на тренировке, бля. Ну, как бы все. Загонять человека можно, но когда я даю им эти упражнения мелкие, они говорят: ну, мне неинтересно, я не хочу это делать. А через какое-то время они сами без напоминания, то есть тратят 10 минут на то, чтобы вот все поставить на место. И вам не нужен будет мануальчик, как им. Ой, про мануальщика — это отдельная история, кстати, я тут наконец рискнула, съездила к мануальщику, меня 4 часа ломали, ставили тазобедренный сустав, то есть как бы все вот это вот на место, и интересное ощущение, интересное состояние. Иногда, кстати, полезно к таким людям сходить, потому что они обращают внимание на те нюансы, на которые даже я как тренер не обращаю внимания, да, то есть это очень важный момент, вот. Что там у нас было там с коленом, да, колени? Ну, я уже говорила. На самом деле, когда люди ко мне приходят с больными коленями, у меня есть такой проект, называется он «Спецназ». Там тренируются молоденькие девочки онлайн и офлайн, и, как правило, это девушки из танцевальных школ, из танцевальных студий. Ну, естественно, все танцоры, у них убитые колени. Когда начинаешь смотреть, как они работают, то есть с ногами, да, и ты понимаешь, что человек особо в этот момент не задумывается, что вообще, какая позировка у него анатомически правильная. Вот у девочек есть одна проблема. Девочки всегда сводят вот так ноги. Если вы попросите, например, или, да, просто вот сводят, даже если сейчас был бы коврик, и мы бы легли, там попросили кого-нибудь, взяли, да, эксперимент провели, положили человека и поставили девушку, именно конкретно вот девушку, положили на спину и согнули ноги, я вас уверяю, что большинство девочек поставят ноги вот таким вот образом. И я всегда так бесцеремонно, прежде говоря, я до вас дотронусь, раздвигаю ноги и ставлю правильно, потому что от вот этих всех техник страдает ваши колени. Вывороченность вот эта приведет вас к травме. И не важно, как у вас стоит стопа. И не важно, есть у вас плоскостопие или там нет. Но, как правило, оно есть у всех, поперечное, да, там продольное. Обращайте внимание, что происходит. Внешняя часть стопы. Всегда смотрите, как работают ваши колени. Кстати, вот в той книге, которую ты мне давала, опять же, пробег, я не знаю, читали вы, да, все эту книгу про цебег. Какой? А что? Бег? Да, естественный бег. Там вот как раз-таки и сказано, что нужно обращать внимание, как работает сама полностью нога, а не отдельно стопа, как ее ставить. То, что касается травм плечей,
и боли в пояснице мы, наверное, вот этот момент объединим, потому что про плечи я могу вам сказать только одно. Есть, кстати, у кого-нибудь травма плечей? Есть. А что делали при восстановлении? Ну, то есть что-то делали вообще? Делали. Сейчас как плечо себя чувствует? Так же. Смотрите, если в жизни вообще спортивных людей колено считается самым слабым суставом, ну, потому что он действительно, там не такая большая амплитуда, да, и как бы вот действительно связки страдают больше всего, то плечи — это такая машина, это вот, вот эта вся верхняя часть, это такая схема, которую, даже если я не знаю, там, что может произойти с плечом, чтобы оно не работало, да, нужно просто приводить при тренировках и в обычной жизни, при каких-то там поднятии тяжести, неважно, что вы делаете, жим это, не знаю, или там разводка, или вы шину перекладываете, нужно стабилизировать плечо. Нужно, а можно кого-нибудь, кто не боится замарать руки? Мне нужен подопечный, который встанет в планку. О, королева планок. Ну давай. Ну просто на прямые руки встань, пожалуйста. Да. Угу. Обратите внимание, как стоит Юля сейчас в планке. Юля, спасибо большое. Хорошо стоит. Встань, пожалуйста. Ровно, встань, пожалуйста. Все, все. А, спасибо тебе большое. Вот с этим я в зале сталкиваюсь постоянно. Почему планка? Потому что это вообще моднявая тема, мне кажется. Человек может сделать тело себе только планкой, ну, по мнению многих. Вот сейчас, условно, ты подвергла свой плечевой сустав дополнительной нагрузке. Почему? Потому что... Да, во-первых, смотрите, сейчас покажу, как... делают обычно, не задумываются, и как делают, ну, то есть как стоит делать, да, как лучше. Я, кстати, первый раз об этом задумалась, когда училась, ну, то есть у меня нет, чтобы вы понимали, у меня нет спортивного образования в плане института. Я вообще по первому образованию, у меня несколько образований, по первому образованию я специалист, ну, в общем, я ресторатор. И я серьезно, я работала в ресторанах, открывала 6 лет, я работала в ресторанном бизнесе, была уверена, что никогда больше я не ногой. Но потом были танцы, музыкальный редактор и прочее, прочее, прочее. В итоге сейчас я здесь. Когда я училась в ФПА, это ассоциация профессионалов фитнеса, да, на персонального тренера, там есть замечательные педагоги, которые обращают внимание на технику. И вот первый раз я поняла, что... То, что я стою в планке там 5-7 минут, это все фигня. Потому что я стою вот таким вот образом. И мои плечи, они подвергаются сейчас колоссальной нагрузке. Ты сейчас прямой вот так сделаешь, правильно? Смотрите, сейчас я неправильно стою. У меня сейчас плечевая капсула просто реально напряжена. Что мы должны сделать? Мы должны вывернуть руки. Локти. Есть так называемый момент силы. И если вы сейчас подключите свой связочный аппарат полностью все руки, то у вас нагрузка распределится совершенно иначе. Биомеханика — это вообще великая вещь. Полина знает, что я взяла в библиотеке книгу по биомеханике первый раз в жизни и до сих пор не могу с ней расстаться. В июле взяла, до сих пор не могу вернуть, потому что, ну, потому что она реально очень интересная. И если обратить внимание на то, как идет нагрузка, вот положение вывернутых рук конкретно в планке дает вам 100% преимущество в избежании травм. И опять же, касаемо тех, у кого там есть, да, уже травмы, в защите плеча. Попробуй. Ну, попробуй сейчас. Так.
ладони чуть уже. Лучше, если сустав будет под суставом, это правильно. И сейчас локти сейчас у тебя смотрят в сторону. Выверни. Вот, вперед. Ты чувствуешь изменения? Выверни локти обратно и сейчас подтяни. Как будто ты подтягиваешь трицепс к корпусу. Ты чувствуешь, как меняется нагрузка? У меня нагрузка на трицепс пошла. Тяжелее стало. Нагрузка на трицепс больше пошла. На трицепс. Угу. Попробуй еще раз покрутить, вывернуть, отжаться. Ну, да. И вот так же встать. А теперь попробуй вернуть в так, как ты обычно стоишь в планке, попробуй отжаться. Угу. Ну, мне просто, когда шире руки, легче отжиматься. Хорошо. Ты чувствуешь изменения в самих связках, в самом плече, плечевой капсуле? Ну, не особо, но просто надо попробовать тренироваться. Ну что ж, у тебя будет домашнее задание сегодня. Я рекомендую всем, спасибо тебе большое, я рекомендую всем это реально попробовать, потому что почему конкретно в данный случай мы не чувствуем, что происходит? Потому что не исключено, что есть еще какие-то моменты, да, с мышцами и со связками, которые мы не знаем. Почему тебе легче отжиматься широким? Тоже вопрос, да, то есть, потому что мне, например, легко отжиматься с любым положением рук. Я не умела отжиматься. Ребята, я не умела сидеть, я не умела держать ложку, я была полностью вся переломана. Поэтому все, что сейчас вы видите, да, там нормальная функциональность сустава, подъем ног на 90 там, градусов, и такая завалилась, 90 градусов, да, там, это то, к чему я шла. Это не вот так, я вот такая вот крутая, там, отжимаюсь, подтягиваюсь, еще что-то. Нет, это все наработанное. На то, что касается боли в спине, поясницы. У кого болит поясница? Не считается, поясница не считается. Ну, болит и болит, да, как бы особо не обращаем на это внимания. Да долго сидишь. Вы знаете, что, на что нужно обращать внимание, вот травмы, какие-то боли? Когда вы просыпаетесь, вот если у вас где-то болит, значит, это уже хроническая боль, и вы с ней живете. Неважно, что вы там размялись, еще что-то, вы с этой болью живете, вам нужно обращать на это внимание. Я могу сказать по своему опыту. Я вот сейчас, когда в обычной жизни двигаюсь, у меня спина не болит. Но если я, например, засыпаю, я, когда открываю глаза, я четко чувствую свою травму, я четко чувствую аппарат. И мне приходится двигаться, чтобы как-то избавиться от вот этого такого неприятного, но привычного уже болезненного ощущения. Поэтому если это не считается, это значит, что ты с этой хронической болью живешь, и на это стоит обратить внимание. Существует ряд техник по определению того, с чем нужно работать, какие мышцы не работают, да, что, в каком отделе проблемы с позвоночником. Опять же, мы сегодня не будем в это углубляться, потому что это вообще отдельная тема, она очень долгая. Я могу вам сказать, что просто эти техники, тестирование, методики, они используются, опять же, у Волковой. Вам, ну, если вам захочется в это углубиться, вы можете пойти к ней, либо просто написать мне в личку, и я скину вам элементарные методы тестирования, да, и в дальнейшем мы с вами сможем подумать, как с этим справиться. Потому что боль в пояснице – это ненормально. У вас может что-то засечь, вам может быть некомфортно, но болеть не должно. Нужно всегда определять, в какой момент выполнение, ну, то есть движение или невыполнение движения болит спина, и где она болит. Если болит при сгибании, то будьте добры, уделите больше внимания различным горизонтальным упражнениям на так называемое меридиальное растяжение. Это не панацея, вам должен помогать специалист, но если вы проснулись и болит спина, поясница, первая помощь – это растянуть самый длинный меридиан, который у нас есть. Есть такая книга, называется она «Анатомические поезда». Суть
этой книги в том, что все наше тело состоит из неких меридиан. И если мы будем работать с ними, мы будем здоровы. Я не совсем в это верю в реальности, но, ну вот в нашей практической реальной жизни, но я верю в то, что если у человека есть какая-то травма, которая проходит через этот меридиан, то работа, спасибо большое, то работа по данной, да, траектории позволяет действительно облегчить боль. Элементарное упражнение. С утра проснулись. У нас есть самый длинный меридиан, начинающийся от лба по всему корпусу и заканчивающийся на ступнях. Как мы обычно просыпаемся, тянемся? Вверх потянулись, и все. Ну, то есть там в бок, да. И как бы на этом все закончено, больше ничего не делаем. Ребят, забудьте все это. Это клево, но это не работает. Встаем, там, садимся, да, просыпаемся. Садимся на кровать. Вот, кстати, сейчас я вам показываю элементарный практически тест на растяжение своих мышц. Потому что реально вот не все могут сесть, не согнув ноги. Почему? Потому что идет укорочение мышц, потому что есть неработающие связки. Или человек садится, да, вот с округленным, заваливает спина, садится на копчик. То есть вот это, вот вам первый, кстати, тест, это то, что я говорила, если написать мне личку, чтобы я скинула. Вот вам, пожалуйста, тестирование элементарное. Вы знакомы, да, Саша, с ним? Да, я. Вот. Я тоже криво сидела. Правда, ужасно сидел. Просыпаетесь, садитесь на седалищные кости, чувствуете равномерное распределение по всему тазу, учитесь слушать свое тело, прислушивайтесь, где вам дискомфортно, где зажало. Собственно, сели, наклонились, выдохнули, наклонились еще, опустили голову. Если чувствуете, что у вас сейчас работают икры, как у меня, потому что я сегодня работала целый день, таскала тяжести и, ну, то есть там гири, штанги своим подопечным, и, соответственно, у меня сейчас все ушло в ноги. Подгибаете ноги, садитесь и после этого вытягивайтесь. И вот сейчас, вы думаете, конечно, это сделаете не на грязном полу, как я, вы почувствуете, как от лба до стоп у вас растягивается, как будто вас кто-то вот так, как резинку потянул. И ваш позвоночник будет чувствовать себя намного комфортнее. А если вы сделаете элементарные вдохи-выдохи, которые почему-то, опять же, забываются всеми, да, на прогиб поясницы. Саш, раз вы знакомы, какой здесь момент есть, учитывать нужно? С движением поясницы, работа таза, да, если вы сидите с заваленным крестцом, то, скорее всего, у вас и таз, когда вот такое упражнение делать, скорее всего, он ходит, да, то есть не поясница работает. Вот, да, действительно, то есть это утренний, да, зубы же все чистят, так вот, пожалуйста, уделите минуту элементарным прогибам, то есть выдох, вдох, потянулись, по 10 раз сделали, все, этого достаточно. Вот этих элементарных трех упражнений вам хватит для того, чтобы снять боль. Ни укол, ни таблетка, ни обезболивающий пластырь, ни тейпирование, а просто эти три упражнения. Попробуйте. Саша, чем отличается то, что сидела и уклонялась вперед, а стоя вместо уклоняться? То есть стоя, если я потянусь, да? Смотри, как мы можем потянуться? Я могу потянуться за счет таза, да? Растяжение нормально иметь. Нет, полностью, да? Полностью, замечательно. А если у тебя есть некие проблемы со спиной, как у меня были, да, и как есть, то ты не чувствуешь спину. И что ты делаешь? Ты наклоняешься. Я уже даже не смогу это физически показать. И выворачиваешься вот таким вот образом. То есть ты идешь за счет спины. Не за счет ног, ты не включаешь ноги вообще. Да, ну то есть ты
можешь их, конечно, почувствовать в какой-то момент, но если есть какие-то отклонения в спине, проблемы в спине, то, скорее всего, все уйдет через позвоночник. Вытягиваться. Немодные горизонтальные упражнения становятся все более модными. У меня мужики по, не знаю, там, 60 лет, да, то я не могу их там джентльменами назвать, потому что это реальные такие, знаете, такие богатыри. А, они у меня поднимают таз, сгибание-разгибание на носочках, разные постановки, потому что иначе они не могут. Потому что с приседами они не чувствуют свое тело. С приседами они не чувствуют, как работает бицепс. А с подъемом таза они чувствуют свою поясницу, они чувствуют бицепс, чувствуют ягодицы. То есть вот эти упражнения элементарные, они позволяют повысить функциональность организма и избавиться от какого-то болевого синдрома при постоянном использовании этих упражнений. Возможно, вы даже предотвратите какие-то дальнейшие заболевания и травмы. Естественно, соблюдая технику безопасности в тренировках. Еще один важный момент, который, наверное, по завершению мне хотелось бы сказать, перед тем, как там вы начнете задавать мне вопросы, это вообще нагрузки. Я знаю, что у вас куча марафонов, и все, я так понимаю, все люди, которые здесь, они бегают, правильно? Нет. Нет? Нет, только катаются на лыжах. Ух ты, ничего себе, научите? Вообще не умею. Значит, правда? Да. Очень важна периодизация. Это тоже то, чему учат каждого тренера, и то, почему-то, о чем забывают мои коллеги. И это отвратительно, потому что потом мы работаем, лично я работаю с травмами. Если у вас тренировки, плюс еще зал, не знаю, дискотеки, танцы, караоке, все что угодно, давайте организму отдохнуть. Не, я тренирую ребят из Яндекса, и недавно мне пришел запрос от одной моей подопечной о том, что, Саш, ну вот я постоянно испытываю крепатуру, я там посмотрела, как бы, сколько тренироваться эффективно, 3 раза в неделю, то есть получается, что тело должно, ну, то есть что-то через день должно болеть. Нет, болеть не должно. Потому что если вы тренируетесь много, то у вас должна быть легкая тренировка, тяжелая тренировка. Если у вас нет возможности включить отдых в свой период, да, если есть возможность чередовать вообще по неделям, ну, например, там прям готовитесь активно, сделайте одну сложную неделю, одну с легкими нагрузками, вообще там направленную на раскрытие суставов, на проработку суставов, да, и на, например, растяжку. Периодизация должна быть обязательна. И не забивайте на питание и сон. Нет ни одного в моем окружении нормального спортсмена, который бы достигал каких-то результатов без травмирования, если он ненормально, некачественно питается и лишает себя, как говорят, на том свете выспимся. Я все больше сталкиваюсь с тем, что люди приходят к какому-то недееспособному состоянию намного быстрее, чем могли бы. Опять же, пример. Меня просто очень сильно поразил этот человек, который вот с болезнью Бехтерева, потому что когда мы открыли его в холодильник, у него в холодильнике были там, ну, по-моему, огурцы, что ли, и пара бутылок воды и алкоголя. Все. То есть я говорю, вы так питаетесь? Понимаете, что с вашей болезнью должно быть нормальное питание. Я не говорю про питание с точки зрения красоты, я говорю с точки зрения того, что вашим суставам, вашим связкам, вашим мышцам нужно получать достаточное количество питательных веществ. И это не ради забавы, да, поэтому это очень важный момент. И если вы заболели, если у вас травма, то будьте добры, обращайте внимание на то, что находится в вашем холодильнике. То есть еще больше, еще тщательнее следить. У меня, кстати, когда я раньше
очень много кололась обезболивающими, но просто иначе я не могла. Я очень много работала и очень мало отдыхала. И сейчас, когда натаскаюсь или еще что-то, все-таки приходится колоться. Но вы знаете, один укол раз в 3 месяца – это намного круче, чем еженедельная обколка, как наркомана. Иногда я просто понимаю, что моя старая травма настолько напоминает о себе, что просто выключаю телефон, все вырубаю, ложусь спать. И это помогает. Не спешите сразу, не знаю, там, использовать новомодные методики, какие-то крема или какие-то, опять же, вот там пластыри, не знаю, еще что-то. Хотя это хорошая дополнительная штука. Попробуйте просто прислушаться к своему организму. Иногда он через травмированную часть дает вам как бы сигнал, что нужно, в принципе, в целом отдохнуть. И снова все будет хорошо. Вот. Ну и завершить свое общение с вами я бы хотела тем, что чем, ну, таким пониманием, да, чем сильнее травма, чем страшнее диагноз, тем больше возможностей и вероятностей и шансов того, что вы добьетесь колоссальных, ну, мы будем в рамках спорта, наверное, да, и жизни, колоссальных результатов. Потому что это не приговор, это подчеркивание, на что стоит обратить внимание. Что вы не просто там функционирующий какой-то организм, который выключили что-то и пошли дальше, а что вы такая некая конструкция, у которой что-то выбилось, но это можно поставить, включить, переставить и получить что-то намного более качественное, лучшее. Поэтому боль — это хорошо. Боль — это просто сигнал о том, что нужно с собой работать. Ну, знаете, как увольнение. Вас уволили, вы думаете, такие, блин, плохо. Потом в отпуск сгонял, нашел работу своей мечты, вот как я, собственно, и все. Так же и с этим. Ни в коем случае не нужно там затягивать, обезболивать, не знаю, там таскать. Естественно, это нужно делать, но уже в критической точке. А так пробуйте разбираться, почему болит. Обращайтесь обязательно к медикам. Не нужно заниматься самолечением. Это вотчина специальных обученных людей говорить, что с вашим организмом происходит на период уже какой-то серьезных, на период каких-то серьезных болей. А вот когда уже вам заключение дадут, вы тогда думаете, что с этим делать дальше, как с этим работать. Ну, просто главное, работайте, не бойтесь, не останавливайтесь. Вот. И, собственно, я готова ответить на ваши вопросы. Вдруг я вообще не о том рассказывала, о чем вы хотели знать. А вы всегда чувствовали вот эту конструкцию в позвоночнике, когда вы ее поставили? Или был период, когда вы там жили нормальной жизнью, не замечали, и потом вдруг она начала вот чувствоваться? Нет, но дело в том, что пластины, я не знаю, есть ли среди тех, кто меня сейчас слушает, люди с пластинами? Есть. Да. Здорово. С титановыми. Уже вытащили. Вытащили? А вы? Не, мне навсегда. Да? Ну вот мне как бы тоже предлагают вытащить на самом деле, но учитывая, что сам аппарат, да, сломался через месяц после установки, и он находится в позвонке, поэтому как бы, ну, то есть, говорят, 50 на 50, я просто через этот ад не готова снова пройти. Вот. То есть, получается, вы все время его чувствовали, да, то есть он сломался и... Когда его установили, я просто чувствовала, я не чувствовала нижнюю часть, я просто ее не чувствовала. И на самом деле, когда я начала уже ходить, и когда я начала дальше как-то реабилитироваться, боли были сегментарными. У меня очень болели ноги, стопы, и у меня очень болел таз и поясница. То есть все. Сейчас, чем больше я тренируюсь, в плане не больше по объемам, а чем многообразнее, тем интереснее я его чувствую. То есть я утром просыпаюсь, он такой мне «доброе утро» скрипит. Все.
Я там перетренировалась, потягала, значит, гири, понаклонялась, ну так, заострилось что-то, да, чувствуется. Он просто очень близко расположен, да, и как только я снижаю жировую массу, да, чтобы красовать своими мышцами, соответственно, сразу начинаю больше чувствовать аппарат. Но я его не чувствую, как раньше. Таких болей нет. Я говорю, я ходила как русалочка. И это дикие ощущения. Сейчас я себя считаю здоровым человеком. У меня была инвалидность второй степени. Я думаю, да, вот, я не знаю, что у вас? У вас тоже спина? Голеностоп. Ну вот у меня голеностоп тоже, да, был открытый перелом. Мне поставили инвалидность, дали, и я долго была с ней. А потом сказал, не, сейчас я абсолютно здоровая, на мой взгляд. Вот. И это нормально, это хорошо, это не приговор. Еще какие-то есть вопросы? Саша, чем больше я плаваю, бегаю, кручу велосипед, сейчас готовлюсь к Ironman, тем больше я становлюсь закостенелым. И вот это упражнение я уже не могу там, нормально сделать. Что мне там стоит свой, скажем, спортивный рацион добавить? Там? А вы работаете с балансом? С координацией, с балансом? Нет. Нет. Смотрите, кстати, наверное, это будет, Саша, не только для вас актуально, да, а для всех, кто здесь находится. Если вы чувствуете некую закостенелость, некую неподвижность мышц, такую, да, тяжесть, крепатуру, да, там, некую закостенелость суставов, начинайте работать с нестабильными, с оборудованием, с нестабильным положением, балансом. Боссу, тирекс, резиновые петли, все, что заставляет ваш организм каким-то образом держать баланс. Даже вот этот вот в офисе Яндекса есть эта штука такая клевая, доска, на которой катаешься. Да. Это все позволит подключить те мелкие мышцы, которые сейчас выключены. То есть у вас сейчас глубокие мышцы, на самом деле, вот то, что внутри находится, оно выключено, да, то есть есть некий мышечный корсет, и за счет него сейчас и работает ваш организм. Попробуйте дать другую нагрузку. Я говорила, многообразие, оно действительно хорошо, у вас действительно многообразная, как бы, да, подвижность там, но попробуйте, например, в разных амплитудах поработать на TRX-е. И вы посмотрите, что TRX – это подвесные петли, которые используют военные пехотинцы США. Это оборудование, которое используется в их подготовке. Чем оно хорошо, его везде можно крепить, дома, там, не знаю, где-то, да. Кто-то захочет взять, кстати, у меня есть хорошая скидка, как у тренера. Так что я всем рекомендую, потому что это реально крутая штука на тот же самый баланс, на разработку суставов, на некую закостенелость. Йогу я не рекомендую, потому что йога – это философия. После йоги ко мне приходит много травмированных. Пилатес – да, да. Но, опять же, лично по своему опыту, да, это не какая-то реклама, мне денег за это не платили, но лично по своему опыту я могу сказать, что Волкова и ее студия, ее специалисты – это лучшее, что может быть. То есть они, во всяком случае, действительно вам объяснят, как работать с тем, что сейчас на данный момент не работает. Вот. А пробуйте на сгибание, да, больше? Поясница. Просто лежите на ровной поверхности и начинайте работать на движение. Пробуйте коснуться поясницы и пола. Это такое микроупражнение. Максимально выгнуться, максимально прогнуться. И со временем вы почувствуете, там буквально через занятие, наверное, 5, что процесс сгибания стал намного проще. Еще за вопрос сгибания – это, безусловно, общая осанка, поясничная мышца, да, подвздошно-поясничная, бицепс. Да, то есть проверять нужно, насколько растяжимость, насколько вообще подвижно все это. И вот с тазом, с вот этой частью нужно работать. То есть вот два момента, наверное. Это какой-то дисбаланс,
да, то есть работа на баланс. И второе – это тестирование у специалиста, либо, ну, то есть по схеме самому, да, потому что вы спортсмен, вы, в принципе, свое тело хорошо знаете. Понять, где идет пробивка. Вот, ну все. А еще один момент по поводу растяжения мышц и вообще работы с мышцами. В свое время я столкнулась с таким аппаратом, называется он аппарат Назарова. Может быть, слышали, да? Собственно, очень клевая штука, и в Минске она очень распространена. Естественно, по ходу пьесы сейчас ее используют для похудения. Но на самом деле аппарат Назарова – это уникальная штука для укрепления иммунитета и растяжения мышц. В свое время аппарат Назарова использовали для подготовки гимнастов к Олимпиаде. И фишка в чем? Фишка в том, что у всех виброплатформ идет вибрация поперек мышечного волокна. Ну, соответственно, какой-то сигнал в любом случае гасится. А здесь получается, что аппарат Назарова работает таким образом, что вибрация идет вдоль мышечного волокна, задевая, да, там, суставные капсулы, и, соответственно, как бы... Ну вот примерно, да, бизон – это аналог. Побочная штука этого аппарата, да, это сесть на шпагат. Хотя на самом деле шпагат – это ротация тазобедренного сустава. Ну, помимо растянутых мышц, да, еще ротация тазобедренного сустава. Но тем не менее, как бы это реально очень крутая штука для, например, если есть какая-то травма, чтобы удлинить, заставить работать мышцу. Поэтому, если, опять же, проблемы с ногами, обратите внимание, в Москве студии есть, которые имеют этот аппарат. Вот Бизон, кстати, да, у моей подруги там в танцевальной студии используется. Вот. Это то, что касается дополнительного оборудования. Вот, мануальщики, различные массажисты. Вы знаете, у меня была девочка подопечная, точнее, я ее сейчас тренирую. У нее цель похудеть ноги, у нее это проблема, плюс у нее, ну, проблемы с осанкой. Она пошла к человеку, который взял за консультацию 7000 рублей, сказал, что я тебе за один сеанс разомну ноги так, сделаю тебе такой массаж, что типа через месяц ты похудеешь. И она заплатила за сеанс 50 000. Ну, на самом деле, мне, как ее тренеру, не смешно, потому что она пошла к нему не из-за недоверия мне, а из-за того, что вот это желание волшебной таблетки, оно у людей, не знаю, оно у людей вот где-то на подкорке. И все, что я рассказываю вам сейчас, я в рамках диалога со своими подопечными всегда доношу, да, то есть это не закрытая информация, которую секретно где-то рассказываю. Но ей захотелось вот быстрого эффекта. Эффекта нет никакого, естественно, логично. Вот если тренеру работать с мануальщиком, если вы хотите быстро восстановиться и качественно, идите к массажисту, мануальщику, нет, сначала к доктору, затем к мануальщику, затем к тренеру. Сначала мануальный терапевт должен провести терапию, не параллельно, не смежно, нежелательно. Сначала мануальный терапевт, потом тренер в совокупе с массажистом. 9 месяцев, ребят. Ну, 2 года человек ходил с палочкой, были боли, и он не знал, как жить. А сейчас 9 месяцев, потому что постоянные какие-то процедуры происходят, да? Ни в коем случае, да, это деньги. Ну, как бы, раз вы до этого довели, раз, как бы, вы с этим столкнулись, решайте проблему. Потому что, когда вам будет, там, через 10 лет, вот сейчас я работаю, там, с разными возрастными группами, у меня сейчас есть возрастная группа, сейчас, знаете, ходят молодые девочки тренироваться, и люди, там, 40+, даже, я больше скажу, не 40, а сейчас уже 60+, это адекватные, полноценные, здоровые, прекрасные люди. И они за голову хватаются, что они там 30-40 лет просто не обращали внимания и пробовали как-то забить, как-то решить потом еще что-то. А я говорю просто про волшебную таблетку, да, про то, что ну, как бы, ты советуйся, ты ориентируйся, ты понимаешь, что нужно делать. Если мы говорим о том вообще, к чему сегодня была наша встреча, вот если совсем обрисовать, да, то подвести можно итог так. Разговаривать со своим телом,
смотрите, что у вас не так. Обращайте внимание, что не работает. И только тогда вы сможете грамотно восстанавливаться, да, и успешно хряпать, тренироваться и забыть вообще о том, что там что-то где-то болит.